Добрый день, уважаемые пациенты, коллеги и все, кому интересно узнать о нашей методике лечения лор-органов. Меня зовут Дрозд Ольга Владимировна. Я лор-врач, детский отоларинголог, лор-центра Healthy Tonsils. Для лечения и профилактики хронического тонзиллита и аденоидита нашим центром была разработана, запатентована и успешно применяется методика безоперационного лечения хронического тонзиллита и аденоидита любой степени. Я хочу подробнее вам рассказать о нашей методике и представить набор для лечения хронического тонзиллита и аденоидита, где все инструменты и препараты зарегистрированы и запатентованы как медицинские изделия. Собственно, такие наборы мы используем для лечения. Давайте детальнее его рассмотрим. Упаковка выполнена из качественных материалов и брендирована нашим фирменным логотипом Healthy Tonsils Challenge the Paradigm, что означает «Здоровые миндалины. Вызов парадигме». Мы бросаем вызов сложившейся парадигме о том, что больные миндалины необходимо удалить. Своей работой и тысячами вылеченных пациентов мы ежедневно доказываем, что это не так. Миндалины нужно и можно лечить. Так, открываем коробку. Первое, что мы видим внутри, иллюстрированное руководство пользователя с подробным описанием и правилами применениями нашей методики. Курс лечения состоит из 15 процедур, 10 из которых нужно выполнять ежедневно, а остальные 5 через день. Упаковка разделена на 3 секции, в каждой из которых лежит по 5 комплектов. Также в набор входит 15 спиртовых салфеток и флакон с люгольглицерином. Таким образом, и это очень важно отметить, что курс лечения может применяться не только в лечебных учреждениях, но и в домашних условиях. Для одной процедуры нам понадобится один комплект. В комплект входит шприц, заполненный фитобальзамом, конюля для введения бальзама, зонт-массажер, ватные тампоны. Теперь, когда мы закончили распаковку нашего набора, можем приступить непосредственно к самой процедуре. Достаньте заполненный фитобальзамом одноразовый шприц. Снимите с носика шприца колпачок, протрите носик шприца антисептической салфеткой и соедините шприц с одноразовой конюлей. Теперь введите фитобальзам точно во все доступные лакунарные каналы нёбных миндалин. После обработки оттяните бальзам из конюли в шприц, снимите конюлю со шприца и утилизируйте ее в мусорную корзину. Протрите носик шприца антисептической салфеткой. Наденьте колпачок и отложите шприц. Достаньте из конверта зонт-массажер с тампоном. Смочите тампон раствор люгольглицерина путем введения зонда во флакон. Введите его в ротоглотку. Обработайте поверхность небных миндалин, затем введите его в носоглотку, слегка надавливая на глоточную миндалину. Массажируйте по и против часовой стрелки. Выполнив данную манипуляцию, утилизируйте зонт-массажер в мусорную корзину. После этого очистите носовые ходы путем высмаркивания. Затем достаньте отложенный после первой процедуры шприц. Снимите колпачок и введите фитобальзам через носик шприца в каждый носовой ход, после чего закройте носовые ходы ватными тампонами на 10-15 минут. Бальзам Healthy Tonsils состоит из натуральных компонентов и обладает бактерицидным и бактериостатическим свойством широкого спектра действий. За счет своей адгезивности работает как пролонгированный антисептик на протяжении 10-12 часов. Он обладает регенерирующим воздействием. Поврежденные клетки миндалины обновляются, лизируются спайки в лакунарных каналах и восстанавливается дренажная функция. Благодаря бальзаму миндалины снова начинают работать как эффективный защитник нашего организма. Большое спасибо, что были сегодня с нами и посмотрели данный обзор. О других наших методиках и продуктах можете узнать на сайте lorclinica.com. Будьте здоровы и используйте бальзам Healthy Tonsils.